Є, прошу. Да, я бачаю, Сполучені Штати Америки. Дуже важливо. Добрий день всім, Тетяна Валентинівна. Дуже вам гарно дякую за вашу презентацію. Я з України, я народилася і виросла в Закарпатській області, в місті Ужгороді, так що я прекрасно знаю про ситуацію з сміттям в Ужгороді і в Україні. Останні 14 років я живу в Америці, і останні 3 роки я працюю на таку компанію. Можна якось нічого не працює. Відкрите мені, будь ласка, мені записали презентацію. Мене попросили зробити презентацію на російській, так що я буду зараз спілкуватися російською, оскільки у нас, наскільки я розумію, дуже багато друзей з інших стран, напевно, розмовляють на русском. Наша технологія. Я працюю на компанію, яка називається AdaptiveArc, і ми производимо мусороперерабатывающую технологию. Тобто та проблема, яка вже упоминалась в предыдущей презентации, это то, что уже 2 последних года пробую работать с украинскими бизнесменами, с украинскими людьми, которым нужна эта технология, и у них ничего не получается. Как мы все знаем, биомасса — это в авангарде возобновляемых источников энергии. Но, к сожалению, ТГО туда еще не относится. То есть всегда легко работать с простой биомассой. Если мы работаем с отходами сельскохозяйственных производства, намного легче его и перерабатывать в любом виде. С мусором это сложнее. Мы все знаем, какая большая проблема с мусором. У меня данные, что в мире производится более 2 миллиардов тонн мусора. Но сегодня утром я слышала другую цифру, которая вообще наближалась к 200 миллиардов мусора. Идея та, что мы даже не знаем, сколько мусора производится в мире. И что такое мусор? Мусор — это энергия. Это энергия та же самая, что солнечная энергия или ветровая энергия. Ее просто надо взять и использовать. Мы уже слышали, насколько загрязняет мусор окружающую среду. Во-первых, метан имеет теплозащитный эффект в 21 раз сильнее углекислого газа. То есть этот мусор валяется на мусорочных свалках, и все это уходит в воздух, и мы этим дышим. В США в среднем каждый человек производит около 2 килограмм мусора в день. Я думаю, в Украине это меньше, но насколько я вижу, это все двигается в ту сторону. Так что со временем, думаю, Украина тоже будет производить столько мусора. Я вам расскажу о плазменной газификации. Это то, чем занимается наша компания. При плазменной газификации сложные молекулярные элементы разлагаются на простые. Наша технология уменьшает объем сырья до 95%. Есть 2 выхода. Самый главный – это синтетический газ. И у нас еще остается материал, который мы называем инертной золой, и он тоже имеет рыночную стоимость. То есть вы берете мусор, и вы превращаете в синтетический газ, с которым можно сделать электроэнергию или другие типы энергии. И остается зола, которую можно использовать, например, в строительстве. В отличие от солнечной и ветровой энергии, наши технологии и другие технологии, которые перерабатывают мусор, они возвращают окружающую среду в ее первоначальное состояние. То есть кроме того, что мы берем эту энергию, мы еще очищаем. Я хочу показать, я не знаю, многие из вас, ну или вы знакомы, не знакомы, но газификация, инцинерация, то есть инцинерация — это сжигание мусора. Это 2 разные вещи. Сжигание мусора или же инцинерация — это делается при использовании кислорода. При газификации кислород не добавляется. То есть у нас идут разные выделения, появляются разные газы. Если вы ставите кислород,
и держите температуру 600-800, как традиционная инсинерация, то у нас очень много углеродного газа, очень много НОКСов, СОКСов. Но если этот кислород не добавлять и температуру поднимать при помощи плазмы, например, выше, то мы получаем топливо. То есть главный состав синтетического газа в нашей технологии – это СО, H2 и N2, азот и водород. Газификация – это и есть технология будущего. Любые отходы могут использоваться, не только бытовые, токсические. Можно использовать медицинские отходы, сельскохозяйственные, что угодно. Все, чем есть органическое получение, можно использовать для газификации. И употребление тоже есть разное. Я вам расскажу о превращении этого синтетического газа в электроэнергию. Но ее также можно превращать в этанол, в биотопливо, в водород. То есть брать разные нужные элементы с этого сингаза. Эволюция производства энергии из отходов уже началась давно, то есть это не новый концепт. Люди уже начали сжигать мусор в 60-х, даже во время Второй мировой войны уже использовали сжигание мусора для того, чтобы брать из него энергию. Это было популярно в Европе, мы все знаем, насколько мусоросжигательные заводы могут быть грязные, если их не очищать, насколько они большие. Для этого используется много цементной стали. Короче, это устаревшая технология. Эволюция, в 1990 году появилась концепт плазмы, плазмы газификации отходов. И многие из вас, может, кто уже занимается этим, слышали о таких компаниях, как Plasco, Thermosilect. Но есть разные компании, которые уже работают над этой проблемой. Такая технология не загрязняет, но она очень дорогая. Естественно, в Украине, при том, какие у нас низкие тарифы на мусор, какие у нас низкие цены на электроэнергию, то есть без зеленого тарифа, это не экономно. То есть государству, или даже особенно не то, что государству, а владельцам полигонов покупать такую технологию, ну, это просто не имеет смысла экономического. И они только используют тепловой процесс. То, что газификация была. Я вам хочу рассказать о том, что сделала наша компания и как мы взяли традиционный процесс газификации и его улучшили. Наша компания была создана в 2008 году, и с 2009 мы начали производить плазменные газификаторы Adaptivac. Мы называем нашу газификацию холодной плазмой. Почему холодной? Традиционная газификация использует очень высокие температуры, которые, честно говоря, не нужны. Большинство элементов распадаются при температуре 1200-1300 градусов. Наша плазма, максимум температура 1000 градусов. Если мы работаем, например, с сельскохозяйственными отходами, там температура высокая, ну, такая высокая температура и не нужна. Можно работать с низшей температурой. Три главных характеристики нашей технологии. Это плазменное поле, которое создается плазматронами. Плазменные импульсы, которые мы используем для того, чтобы ускорялся молекулярное разъединение. И также они уничтожают, способствуют уничтожению высокосернистых газов. Еще одно качество, которое наш ученый начал использовать, это ультрафиолетовый свет. До сих пор никто из наших конкурентов на это не обращал внимания, но мы заметили, что и целенаправленные ультрафиолетовые лучи ускоряют распад золы и оставшиеся токсины. И это все делается без значительной потери энергии. Я вам так, грубо говоря, покажу, как работает наша система. Возможно, это будет неинтересно некоторым из вам, а некоторым, наверное, будет интересно. У нас закрытая система, то есть ничего, воздух не попадает. Идет газификация, мусор или любые типы отходов, например, медицинские, попадают в сушильную, переподаются в сушильную колонну после предобработки, там, уплотнения, в зависимости от того, с чем вы работаете. Мы используем дизельные генераторы для того, чтобы создавать электроэнергию на сегодняшний день. Есть разные разработки, но я вам расскажу о дизельном генераторе. Как вы знаете, генератор сам загрязняет окружающую среду. Что мы делаем? Мы направляем выхлопные газы из этого генератора в наш плазменный реактор.
То есть они попадают в сушильную колонну, как вы видите, и уже температура у выхлопных газов начинает разлагание этих элементов. То есть уже температура выхлопных газов около 200 градусов. Мусор опускается в плазменный реактор, и начинается процесс газификации. Наш процесс регенеративный, то есть газ из плазменного реактора в грязном виде не выходит, пока он не очищается, у нас все это стоят датчики. Газ поступает, переходит в стадию охлаждения. Если здесь в зале есть ученые или кто-нибудь, кто занимается физикой, вы знаете, что при охлаждении даже чистого синтетического газа могут опять возвращаться, например, диоксины и фураны, если мы работаем с ТБО. Поэтому надо выдерживать скорость этого охлаждания. Мы еще используем известь при спрыскивании газа. То есть известь, если там какие-нибудь сернистые газы или соли, я не знаю, это правильно говорю, но известь помогает для того, чтобы газ очищался. Потом они переходят, газ попадает в газовые фильтры. Фильтры у нас не очень массивные, не очень дорогие, но это на всякий случай, если что-то сформировалось в газе при охлаждении. И потом чистый газ попадает в генератор. То есть в конечном итоге то, что у нас идет воздух, это уже очищенный газ, выхлопной газ из генератора. Мы сейчас получаем калифорнийскую экологическую сертификацию. И я не знаю, ли вы знакомы с законодательствами Штатов или Европы. Калифорнийское законодательство по экологии самое-самое строгое в мире. То есть нам не разрешат поставить технологию, которая вообще будет хоть что-нибудь выпускать в воздух. То есть я очень горжусь тем, что мы экологически чистые. Я вам расскажу про самое основное, что в нашей технологии, что наше. У нас свои патенты на плазматроны. В мире есть только 2 или 3 производителя плазматронов, таких мировоизвестных. И они все очень дорогие. Эти плазматроны очень быстро выходят из строя, надо заменять запчасти очень часто. Мы сделали свои собственные плазматроны. Они используют очень мало энергии, то есть наша собственная энергия, которую мы вырабатываем в своей системе, используется 5-10% на работу этих плазматронов для создания плазмового поля. Как я уже сказала, запчасти у нас дешевые, то есть если надо заменить плазматрон, он не очень дорогой. У нас есть перестраиваемая зона нагрева, и вы сами увидите, что вот мужчина держит руку в 20 сантиметрах от 1300 градусов температуры, там градусы 35. То есть мы очень хорошо регулируем температуру этих плазматронов. И также мы даем гарантию на 5 лет. Еще одно очень важный момент, это то, что именно эти плазматроны могут работать на различных газах, не только на пропане или бутане или на дизеле, но также можно использовать биогаз, то есть тот же самый газ, который собирается на полигонах, и пускать его через плазматроны. Как я уже раньше сказала, мы уменьшаем риск выкида в окружающую среду. Вот если вы посмотрите на эти графики, я не знаю, ли это понятно, но вот летучие органические соединения по сравнению с 200 тонн в день мусорной свалки, и вот если использовать технологию Adaptive Arc, то есть 180 тысяч LOS по сравнению с нулем. Даже если мы возьмем мусорную свалку, где идет уловление метана, все равно на протяжении 30 лет некоторые метан попадают в воздух. То есть лучше всего этот мусор перерабатывать в любом виде. Наша технология передвижная, это нам очень помогает, она маленькая, модуль у нас начинается с 25 тонн в день, и у нас есть стандартная конфигурация, которая нам позволяет тестировать разные типы отходов. И также легко и недорого расширять этот завод и усовершенствовать, если у вас появляется возможность. То есть если вы хотите начать с маленького, 2 модулей, и хотя у вас большой полигон, вы можете начинать с этого, а потом их достраивать. Я вам покажу в дальнейшем, как это выглядит. 25 тонн – это модуль, самый маленький модуль. Мощность идет от 500 кВт до 1 мегаватта и может быть даже больше. Все зависит от калорийности отходов. То есть если вы перерабатываете уголь, естественно, у вас будет больше сингаза, будет больше энергии. Если мы работаем с простым, обыкновенным украинским мокрым мусором, то, естественно, энергии будет меньше.
Так что все зависит от того, что мы перерабатываем. Применения разные. Переработка нефтяных осадков, переработка ТПО, переработка биомассы, чистоты токсических загрязнений. На сегодняшний день мы в продаже, у нас находится только один тип завода, это С25, то, что я вам рассказывала, 25 тонн в день. Эти модули, мы, если 100 тонн в день, то мы ставим 4 модуля, 156 модулей и так далее. Сейчас у нас также идет С250 в разработке, это больше подходит для, ну, например, Киева. А маленькие такие системы никуда, ну, не очень помогут. 25 тонн в день – это, честно говоря, очень маленький объем. То есть Киеву будет интереснее завод, который может перерабатывать 250 тонн в день. И, естественно, там будет намного более экономный выход энергии. Например, 250 тонн в день мусора могут вам дать 6-мегаваттный завод. Это же очень, это очень много электроэнергии для того же самого города Киева. Вот это просто приблизительный план завода, как это выглядит. И вот если мы работаем с модульными генераторами или модульными газификаторами, то просто они в линеечку доставляются по нужде. Наша технология know-how, и вот здесь у меня есть один график, где сравниваются наши другие плазма-газификаторы. Там Europlasma, наверное, некоторые из вас слышали, Plasco, Intec, Alter Energy. И со всеми мы по сравнению намного дешевле, намного меньше, намного лучше устанавливать маленькие модули. То есть у нас компактная транспортировка. То есть вот эта фотография, если видно, вся система, это 25 тонн в день, система может перевозиться на одном, с места на место на одном прицепе за пару дней после доставки. Вот здесь есть некоторые фотографии, мы сейчас в Калифорнии доставили завод в августе. Его монтаж шел на протяжении 3 дней. Здесь несколько фотографий. А в основном используется дизель, известь и вода. Это из материала потребления. И вот если кого-то интересует, вот у меня здесь состав, композиция синтетического газа, если это кому-то интересно. Ну и все. Пожалуйста, задавайте вопросы. Можно украинскую. Отношение между производителем и стоимостью. Стоимость зависит, конечно, от проекта и о том, с чем вы работаете, но в основном маленький модуль такой на 25 стоит около 4 миллионов долларов. Если мы уже разговариваем о больших системах, 250, там идет экономика, потому что они больше, так что там будет намного меньше вытрат. Дело в том, что у нас в ТБО попадают тут содержащие лампы, свинцово-содержащие, и батарейки вот эти, которыми пользуемся, кадмий-содержащие. Куда будет все это деваться при сжигании? Да, насколько я знаю, это проблема, но в Украине особенно, поскольку мусор нераздельный идет, и трудно найти место, куда можете эти батареи принести. Мы рекомендуем, если работать с таким мусором, это ставить примитивную сортировочную линию. И в любом случае, я всегда за то, чтобы то, что можно использовать, употребить, то есть стекло, бумагу, там, то, что можно продать в Украине, надо вытаскивать. То есть не обязательно вытаскивать, его можно сжечь, но зачем? То есть если это можно использовать опять, зачем это превращать в синтетический газ? То есть при этой сортировке, если идут батареи из машин, обязательно их надо вытащить. Если попадает что-то маленькое туда, маленькие батареи, то есть вы можете переработать батареи, но у вас в золе выйдет тот же самый, те же самые тяжелые металлы, которые вы поставили. То есть золу надо будет по-другому, или ее надо будет очищать, или просто надо будет в контейнерах закапывать в том же самом полигоне. То есть это надо смотреть на морфологию мусора. И то, что у нас очень много батарей в мусоре, это проблема. Но я думаю, эту проблему легко можно решить украинским законодательством. Это не технология переработки. А ртутные энергосберегающие? Ртутные, у нас есть специальная технология. Например, в Америке ртуть так просто в мусоре не валяется. В Украине, насколько я знаю, есть. И это проблема решимая. Есть технология, которая эту ртуть из золы вытаскивает, ее отдельно тоже надо, конечно, упаковывать, это отдельно куда-то ее спрятать. Но сколько там то ртути будет? То есть для валового сбора ТБО эта система не подходит? Подходит. Я еще раз говорю, подходит. Только надо делать дополнительную технологию очистки золы. Это то, что поступает, то выходит. Если есть ртуть, надо собирать ртуть. Ну вы представляете,
100% мусора дали, а получили 10% отходов. Какая концентрация тяжелых металлов будет получена? Ну, это надо смотреть по мусору, по морфологии мусора. То есть есть технология работает, это может она переработать. Если есть много ртути, ее надо просто оттуда вам выбирать. Нет. Уже после переработки. Она гастифицируется и выходит в инертном состоянии. То есть ее просто надо эту золу не вывозить на поля, использовать как удобрение, а эту золу просто надо с ней обращаться как золой, который могут быть тяжелые металлы. Скажите, пожалуйста, кроме золы образуются газы, какие виды и степени газочистки у вас есть? Ну вот я объясняла, синтетический газ у нас уже выходит чистым. То есть наша система вегетативной обработки, выработки сингаза, газ выходит чистым. Мы ставим фильтры после охлаждения газа, если что-то реформировалось. Какие фильтры вы ставите? Есть, ну, разные фильтры. Один из фильтров, например, смесь щепок с известью и с водой. Это проходит. У нас идет угольный фильтр. То есть фильтры есть разные. Но они не какие-то сверхнесущественные. Каталитической очистки нет? Нет. У нас не нужна каталитическая очистка. Это при традиционной газификации. У нас есть вопрос. Скажите, пожалуйста, какой ресурс работы классный у вас? Какой ресурс? Ресурс работы. 1000 часов отработала. 10 000 часов на установке, которую мы поставили в Мексике. Это была наша первая коммерционная установка, отработала 10 000 часов. Сейчас у нас идет установка второй генерации с новыми дополнениями, улучшениями, лучшей эффективностью. И с каждым годом мы разработаем, чем дальше, тем новые. Больше какое тестирование, больше какое число. Спасибо. И второй вопрос. Сколько таких установок ваших работает в мире? Сейчас только 3. Спасибо. Себестоимость переработки одной тонны? Это все зависит от что вы перерабатываете, в каком углу мира. Ну, если мы берем по американским стандартам, идет 6 целых... Вы на мегаватт спрашиваете или на тонну? Я не считаю, я так это не считала, но если мы по мегаватту смотрим, то 6,8, ну 6 миллионов, 6,8 миллионов. По сравнению, например, у Пласка 10 миллионов за мегаватт. То есть наша технология намного дешевле, чем конкуренты. А по тонне я не знаю, как ответить. По тонне, Я не хочу затягивать время, подойдите ко мне, пожалуйста, после этого. Я хотел уточнить один момент. В Днепропетровске с 2003 по 2009 год содержание свинца увеличилось в 10 раз и превышает допустимые нормы в 10 раз. Из-за того, что стали плавить свинцо отходы аккумуляторов в открытой печи. Это пример. Так это же мизерная производительность. А если поставить на мусор, вы можете себе представить, что будет? Ну, я вважаю, что надо подякувати сьогодні, що ви виступаєте.